Но я боюсь, что он не один прибегает. Это мои комнаты, не забывай. Да, он не один прибегает. Что тебе нужно? Да ты-то чего? Чего всем надо-то? Пошли чего отсюда. Чего тебе здесь надо? Это вам чего здесь надо? Вот прям. Когда его в доме там убиваю, режу его, так никто не приходит, блин. Как только на второй этаж шаг делаю, тут как тут все. Вот ведь агги. Болваны. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательнейшей игрушечки Arisen. Первая часть, мы вроде как... Вроде как все обошли, у нас там вот осталась какая-то, этот самый, храм какой-то, да? Квесты вроде как все повыполняли, меч прокачали. Вот, и нам бы надо, давайте вот этого сейчас вот. Спрячь-ка ты свое оружие. Вот этого сейчас, а подожди, у него посох какой? О, хороший посох. Ты сможешь! Да-да-да. Сейчас мы вот этого завалим. Вот. Один на один-то они ничего не могут. Будут неприятности. Да-да-да. Или могут. Более медленно он бьет, бить стал, пипец. Больно уж медленно как-то стал бить, когда вот 4 удара делать, но по-другому никак, поэтому будем привыкать. Поэтому будем привыкать. Так. Этого мы валили, этот у нас с мечом. Да, этот с мечом. Давай. Ага, еще один. Предупреждаю тебя, убери оружие. Да ты-то иди в задницу. Этого дерьма. Убери свое оружие. Надеюсь, ты не собирался делать это? Вот, так-то лучше. Еще. Сам напросился. Да? Сейчас начнутся проблемы. Да? Ага. Ну, вроде нет. Так. Убери свою... Надеюсь, ты не собираешься... Сейчас начнутся проблемы. Да подожди ты, проблему. О, пакет обратно забрали. Воин ордена. Ха-ха-ха, пипец, хорошо. Да, да, я понимаю. С полутора до бичом, да, красота какая? Так, кто у нас тут еще в Бенрезе? Вот этот с посохом, да, стоит? Так, ты с мечом, с дубинкой. Все как полагается, хорош. Так, нам надо, получается, с этим, с Волтером разобраться, да? С квестом. Так, что тут приперся-то сюда? Блин, надо как-то его выманить бы. Ладно, давай продадим сейчас все вот этому. Что? Товарищ, и может быть сразу... Покажи мне, что у тебя есть. Так, давай. Нам меч, получается, уже не нужен, этот тоже... Это тем более, эти два давай сюда. Арбалет мы, наверное, самый мощный пока оставим. А эти все продадим. Вот, так. Так, все, оплатить товар. 240 пойдет. И все, и... Не тот самый, ничего больше нам с ним не сделать, странно. Окей. Так, у меня есть железная руда. У меня есть? У меня есть железная руда. Что ты хочешь, чтобы я сделал из нее? Ага. Видимо, нам не хватает, да? Так, этот у нас Бармалей отошел. Давай вот этого вовром загреть. Надеюсь, ты не собирался что делать с убийцами. А вот так, ничего, да, что-то там... Что-то, парни, вас много больно. Что-то вас больно много. Ладно, оставим их в покое. В любом случае, мы можем видеть, у кого там есть... этот посох, у кого нет, поэтому пойдет. Так, с этим мужиком что-то пока непонятно. Ювелир. Блин, золота не хватает. Пила. С этим мужиком пока непонятно, кстати, шкура. Потому что этот самый... Так, ты кто у нас с топором? Потому что что-то он ничего не говорит. Пес его знает. О! Эй! Тебе работа не нужна? Что? У Альвара есть для тебя работа. Тебя послал старик?
Чего он хочет? У него есть клинки, которые нужно заточить. Это мне подходит. Сюда. А у тебя что? А у тебя дубиночка. Хорошо, молодец. Как-нибудь бы это самое выйти. Ну ладно. Да, сейчас быстренько тут еще посмотрим. Тут у нас... кузнецу, да? Кальвару. Так, и сверху, получается, осталось только. Тут кто-то еще сидел, может быть, он подойдет. Да? А вот он, точно, смотри-ка. Эй, ты, хочешь подзаработать? Что нужно сделать? Альвара нужно, чтобы кто-нибудь нарубил дров. Ладно, хорошо, я этим займусь. Ну вот и замечательно, и далеко идти никуда не надо. Хорошие новости. Альвара сказал, можешь взять пару дней выходных. На него это не похоже. Только ты должен закончить посох для Марчелла. Я закончил с посохом. Он уже давно валяется у меня в подвале. Альвара просто рвет и мечет. Что ж, спасибо за помощь, друг. Если что-нибудь нужно... Научи кузнечному. Как-нибудь в другой раз. Какой... Спасибо за перерыв. Это было здорово. Рука руку моет. Как? Во, ну-ка. Мне нужна твоя помощь. Что такое? Можешь меня чему-нибудь научить? Если ты готов, я обучу тебя кузнечному делу. Но у меня опыта не хватает, пипец. Ты работаешь и с артефактами? Если ты нашел что-то, ты должен сдать это. Я должен? Ты знаешь, что сделает с тобой орден, если ты хранишь артефакты? Тебя заберут и бац, прямо в монастырь. Я могу о себе позаботиться. Но речь идет не только о тебе. Мы с тобой в одной лодке, а я о себе позаботиться не могу. Я всего лишь кузнец, запомнил? Насчет посоха с лезвием для Марчелла. Который я выковал? Да. Зачем он нужен? Альвара хочет использовать этот подарок, чтобы завести влиятельного друга в ордене. Значит, он будет хранить этот посох с лезвием в надежном месте? Ну, казалось бы, это самое разумное. Но... Альвара носит ключ от сундука на поясе, но замок подвала, он старый и ржавый. Ребенок может открыть его проволочкой. А все потому, что Альвара не хочет платить за новый замок. Зачем тебе это знать? Не мое дело, конечно, но, может, я могу помочь? Что еще ты можешь рассказать мне? Альвара имеет обыкновение ночью бродить по дому. Бессонница у него. Доходы, наверное, подсчитывает. Как можно попасть в подвал? Теоретически. Надо двигаться как можно тише, и если Альвара проснется, подождать, пока он не отойдет подальше. То есть получается... Ну-ка. Чему ты можешь научить меня? У нас новый уровень есть, интересно? Тебе нужно больше золота. Больше золота? А очков обучения еще надо. Так, ну, наверное, немножко осталось. Золото, конечно, пипец. Так, ну, по крайней мере, хотя бы мы знаем, что нормально можно обучиться. Только вот куда он уйдет, интересно? Это другой разговор. А, я понял, куда он уйдет. Могу я тебе помочь? Надеюсь, что ты просто смотришь. Да. Ну, могу я тебе помочь? Мы можем сюда очень легко зайти, поэтому наплевать. Сейчас. Без всяких там этих ваших. Можем вот так вот сделать. Вот, смотрите сюда. Что и привело тебя сюда? Что привело тебя, не твое дело. Так. И еще раз. О, нет. Вот и все дела. Зараза, а? Да. Да. 50, нифига себе. Вот если бы мы без щита играли, да? Просто на халяву взять, с ума зайти. Что такое? А, блин, ключ, походу. О, боже, опять что-то сверлить начали. Сколько времени, блин, какого хрена? Да, ему вообще наплевать. Так, Альвара, у тебя меч. Убери оружие.
Пойдем вниз поговорим. Немедленно убери свое оружие. Мое терпение на исходе. Ну давай иди сюда. Беги, я найду тебя. Да ты придурок, здесь я. Куда? Что ты ищешь? За ними. А мы еще и не били его, нифига. Ее. Что ты тут ищешь? Ты че, дурак? Блин, не видно ни черта. Все, успокоился. Так, вот он и ключ. Что-то еще тут было. Только не падай. Да куда ты-то? Ты-то кто, придурок? К чему это должно привести? Да. Вот. И все, успокоились, блин, пипец. Могу я тебе помочь? Можешь. Можешь ты мне помочь, болван? Блин? Ну и что теперь? Что теперь? Так, давай, вот что теперь? Мы сейчас сохранимся. Что теперь? Так. О. Слуги, о которых ты мне говорил, принялись за работу. Превосходно. Тебе удалось заслужить мое доверие. Остатки золота возьми себе. Это очень щедро. Это достойная награда. А хочешь клянчить деньги? Ступай в трущобы к мастеру Белшвуру. Тебе будет интересно узнать, как мне посчастливилось добыть посох. Просто добыть, говоришь? Стало быть, он не из моего сундука. Вот посох, и он твой. Вот и все. Ах ты, червь могильный. Давай драться. Ты просишь, чтобы я платил за свой же посох? Да. Понимаешь, это награда за то, что я его нашел. Таких, как ты, еще поискать. Утверждаешь, что заботишься об Уолтере, а сам преследуешь только свои собственные интересы. А! Глупости, всего-то немного золота. А может быть, надо Волтеру было отдать? В следующей сделке. Подумать только. А я был решил, что ты неплох для чужака. Да. Ха-ха-ха, неплохо. Да, и еще чуть-чуть, чтобы возместить расходы. И это все? Мне нужно дополнительное вознаграждение, чтобы это больше не повторилось. Что? Я плачу тебе за то, чтобы ты прекратил красть у меня же? Считай это страховкой. Я не знаю, что и думать теперь. Жесть, его можно вообще-то... И мне потребуется небольшая сумма, чтобы слухи об этом не разнеслись по округе. Мне плевать на слухи. Даже наоборот, я за слухи. Люди должны знать... Кто меня ограбил? Вон из моего дома! Ага, типа мы перегнули, да? Забрать деньги у забери деньги у Альвара. То есть это получается квест. Я думал, это просто какая-то подводка, типа с этим. А это квест этот, на выбивание денег, понятно. Понятно. Так, подожди, тогда все хорошо. Так, давай. Слуги То есть это будет лишним. Так, посчастливилось. Слухи нам, получается, не повторилось. Мне что? Счета. Я не... Ага, вот и все. Так и есть. Ага. Так и есть. Иначе мои требования были бы куда выше. Убирайся отсюда. А, отдано, да? Так. Убирайся, отлично. А сейчас вот так вот сделаем. За ним! Посох Сальвара. Ой-ой-ой-ой. Берегись. За ними. Блин, ты мужик, давай зайди сюда. Huh?
Так, это я все забираю. Фига, с кого-то что-то еще и не собрал. Думаешь, что можешь уйти отсюда? Так тебе и надо. Так, только не собирайся мне, пожалуйста. Боже мой. Крыса, как ты не вовремя встал-то? Я зачем думал... ты здесь? Пошла отсюда. Что ты ищешь? Ничего не ищу. Обалдеть. У-у-у. Ой. Всем там по роже надавал. Нормас. Так. Все отлично. Волтер. Так, ну... Мне сколько там опыта-то надо? 3600. Блин, до хрена еще опыта. Мне бы еще бы кузнечное до конца бы... Ой, вернее, до второго выучить было бы здорово. Может, это сейчас опыта подкинет? Что? А, я понял, не подкинет. Так, так. Ты че у нас? Эликсиры, все понятно. Так, я могу вот зайти? Лол. Малый гербарий. 10 опыта. Так, мы можем, получаться, им сейчас по шапке надавать. Никто ничего не скажет. Сюда. О, и хорошо, еще и этот. Еще и от сундука, наверное, да, ключик? Нет. Лучше начать сначала. О, нет. Да блин. Хорошая работа. Сюда. Так, я... Так. Да давай быстрее, придурок. Хорош. Все, обокрали тут вообще. Мужика ничего не оставили. Что в порядке? Тебе нужно? Да ничего. Эликсир есть? А если найду? Так, ладно, мы тут не будем пока ничего делать. Так, нам что тут? На, шкуру, сосуд еще забрать, да? Ну и по сути, наверное... А на второй этаж подняться он, наверное, забычит, да? Да, мы его сейчас тогда чпокнем тут сразу, да и все. Но я боюсь, что он не один прибегает. Это мои комнаты, не забывай. Да, он не один прибегает. Что тебе нужно? Да ты-то чего? Чего всем надо-то? Пошли чего отсюда. Чего тебе здесь надо? Это вам чего здесь надо? Вот прям. Когда его в доме там убиваю, режу его, так никто не приходит, блин. Как только на второй этаж шаг делаю, тут как тут все. Вот видите, агиге. Болваны. Дубина. Вот никого нету. Пипец. Всем насрать. Зато как поднимаешься на второй этаж, тут как тут уже. Тихо. А быстрее собрать, пока он там не прибежал. А, вот здесь все собрали уже. Что ты ищешь? Ничего, уже ничего. Уже совсем чего ничего. Чего тебе здесь надо? Ничего. Блин, обожаю эту игру, пипец. Так круто, можно тут всех, это самое, оприходовать. Прям красота. Единственное, вот стражники вот эти вот остались у нас, да? Все остальные с дубинками. Как хорошо видеть с дубинками людей. Ой, пипец. Так, мы вот здесь еще не были. Тут какой-то этот... храм, не храм, хрен просышь. Вот тут какой-то спуск. О, нифига. И ничего нету. Блин, столько лазеек всяких, и они бесполезны какие-то. Так, ну это стандартно это, да? А, лабуда, здесь мы были. Ну, другие, правда, открывать, потому что непонятно. Может быть, я здесь, когда у меня только взлом один был. Может быть, я тут шарился и не смог его открыть, поэтому сундуки надо все переоткрывать заново. Так. Да, у нас тут все взаимосвязано, получается. Ты с мечом? А, с дубиной. Так, окей. Нам надо еще Конрада найти какого-то. Не помню, кто он такой.
Так, чаши у нас остались. Надо этому сказать, что мы чаши-то все отдали. То есть его должны отпустить, наверное, да? Насчет этого охотника за сокровищами. Дело с Караско и золотыми чашами закрыто. Можешь отпустить пленника. Да? Правда? Удалось выследить людей, у которых были чаши. Они продали их контрабандистам, и те уже далеко отсюда. Похоже, Караско не удалось остановить контрабандистов. Точно? Абсолютно. Вот ну тут ладно. И поверил, да? Нет смысла тогда переводить продукты на Ольфа. У нас и кроме этих чаш проблем хватает. Стой тут. Сейчас его приведу. Эй, там! Приведите сюда пленника. Как классно видеть, что они все с дубинками. Это значит, что их мечи у меня. Надо бы этого только поприходовать, конечно бы. Так. Да, неплохо. За 300, блин. Иди и поговори с кем-нибудь другим. Инквизиция тебя отпускает. Ловко проделано. Не могу сказать, что буду скучать по этой мерзкой дыре. Хрена себе. Вопрос о мерзких дырах. Как бы нам теперь из этого города выбраться? Пойду к набережной в порт и отыщу своих братьев. Если придумаешь, как нас из города вытащить, приходи. Только убедись сначала, что все на самом деле чисто, ладно? Мы очень не любим попадаться в ловушки. Еще увидимся. Давай. Я так и не сказал им, да? Так, у нас, по-моему, тут квест какой-то был еще. Вот с этой. О. Ты мне поможешь? Мне нужно знать, где коровы Конрада. Он их держит в загоне, возле дальних городских ворот. Их стережет один фермер. Не знаю, как его зовут, но с виду он крепкий мужчина. Все эти коровы принадлежат Конраду, кроме моей Эльзы. Хорошо хоть, что они ее пока не тронули. Так, ладно. Больше он нам ничего. Тут кто-то еще торгаш какой-то, да? А и что он там, с дубинкой уже? Так, у нас тут... Тут сокровищами. А, вот он, Конрад. Че, блин, пипец. У тебя не найдется работы? Я и так достаточно рабочих держу. Еще больше, и я разорюсь. Может, нужен кто-нибудь для защиты при такой-то профессии? Что? Это ты мне угрожать пытаешься? Ты не из прихвостней, Донали? Вот что я тебе скажу. Я тут зарабатываю деньги, а не раздаю. Ага. А я могу заглянуть? Этот замок слишком сложный. Так. Показывай товар. Видимо, надо коров перебить, я так понимаю, или что-нибудь типа такого. И тогда он этот самый. Блин, он так дешево стоит, просто жесть. Блин. Пока не будем его продавать. Это как-то сыкотно. Он какой-то именной, поэтому. Пока не будем продавать. Вот это купим. Это я куплю. Это я возьму. 120 монет, обалдеть. Так, видимо, надо что-то с коровами у него сделать, я так понимаю. Да, бежит. Держи свои руки так, чтобы их было видно. Так. Что тебе нужно? Да, по-моему, я у вас тут уже все. Так. Я слышала, как Конрад ругал тебя. Этому ублюдку только деньги подавай. Теперь-то он узнает, каково это — что-то терять. Что значит «что-то терять», блин? Видимо, коров, я так понимаю, нам надо перебить у него, раз мы про коров спросили. С дубинкой? О, как хорошо. Охранники с дубинкой — это хорошо. Так, тут ничего нету. Так, у нас здесь еще есть куда-то проход. А, куда-то главное. Все, я понял, куда. Что-то я подумал, в другой стороне это. Крестьянин. Так, ну давай, ладно, попробуем.
Блин, там подходит уже. Так, так. Коров, давайте тогда коров завалим. Блин, я уже запутался, у нас квестов просто море. У нас остался только Уильям. Уильям, мы пока до Уильяма не знаем, куда добраться. Пакет для Дона, понятно. Время лечит, это что у нас? Ушел, вдруг знаешь, куда купить. Лавка открытая, посмотри, удастся собрать 10 лечебных трав, окей. Собрание тройняшек, понятно. Можем им сказать, сундук Джека. Нифига. Там в углу, где бочки стоят. Ключ, так, в башне у Джека две комнаты. Сундук наверху. Сам Джек живет внизу. Ключ тоже внизу. Когда висит на одном за столбов. В углу бочки стоят. Башня Джека. Что-то я и не помню такого. Блин, пипец, вот наберешь квестов? Реально надо пересчитывать все. Так, он живет внизу, а у нас на второй этаж-то как забраться? Ты кто? Ты не Джек? А, Вольф. А, вот они все сидят. Давай скажем им. Насчет побега из города. Показать тебе, как сбежать из города. Я без своих братьев никуда не побегу. Либо мы все вместе улизнем, либо я остаюсь. Понятно, блин, я думал, болван, придешь сам к ним и скажешь, что давайте встретимся, блин, идиот. Нет, вот будет ждать, пока я этот... соберу их всех, вот дебил. Так, у него он сказал, что на втором этаже, а как на второй этаж-то попасть? Тут что ли забираться? Видимо, там где-то сундук у него. А, блин, вот он, сундук Джека. Без правильного ключа это не сработает. За столбом, да, сказали? За каким-то столбом. Так, где он там, что за каким столбом? Ключ то... Ключ тоже внизу. Висит за одним из столбов. А, все, я понял. То есть, получается, в этой комнатушке, в которой мы почему-то были, но, блин, этот баг, конечно. За каким-то столбом, блин. А, ну точно, реально. Ха-ха, нифига себе, блин. Обалденно. Обалдеть. Вот это прикол. Как раз пока не стоит, нам быстрее взломывать. Защита от стрел. Отлично, отлично. Может, сейчас скажем что-нибудь ему? Займемся делом. Так, ну он торгаш, но вроде как ничего не торгует особо таким, да? Ладно. Так, хорошо. Во. Сейчас прыгнул. Ты был в команде капитана Романова. Разнюхиваешь как шпион. Теперь вопросы задаешь. Кем бы ты ни был, я сниму скальп прямо с твоей тупой башки. И че? И все? Не беспокой меня. Окей. Мне найдется чем заняться. Так, нам надо, получается, по квестам этих тройняшек, давайте тогда, пока вот это самое в голову пришло, да, вспомнил квест. Сид с топором уже, хорошо. Так, о. Так, ай, блин, вот это, наверное, привяжется. Надо бы куда-нибудь бы увезти, мне кажется, тут все привяжутся, блин. Опусти это оружие! Я давай. Сказал, убери свое проклятое оружие. Да пошли, давай уже. Иди сюда. Постарайся. Блин, он отскакивает, конечно, жесть. Да. Хорошая работа. Да отстань ты.
Да крыса-то вонючая, и посмотри, идет собирать быстрее, а? Вот ведь, а? Идет такой вальяжно, блин. Блин, он под руку говорит, конечно, вообще отвратительно. Так, подожди, брат. Подожди. Опусти это оружие. Давай. Я сказал, убери свое проклятое оружие. Да давай уже, иди сюда. Иди сюда. Вообще-то что было? Зараза-то какая, а? Нам сейчас брони не хватает, просто кошмарно, конечно. Просто кошмарно не хватает брони. Опусти это оружие. Просто ужасно не хватает брони. Пипец, нам два я удара сказал, и все. Я сказал, убери свое проклятое оружие. Иди на, сюда. На, поаккуратнее. О нет. Это плохо. Прекрати это. Почему мы просто не можем помочь? Это нелепо. Это плохо. К чему это должно привести? Это плохо. А! К чему это должно привести? Прекрати! К чему это должно привести? Неплохо. Боже мой! Теперь они будут... Неплохо! Зараза, блин. Какой он мощный, да? Так, ты с дубинкой? Дубиночкой. Так, плавников вставать не продаешь? Вставать на пути у ордена не слишком разумно. Какая у тебя тут рыба есть? И к чему это ты? Два плавника, но они стоят. 50 все стоит. Так, давай. А рыбу я, наверное, покупаю. Это все-таки 30 этих. 30 опыта. Так, нам на коров и этих бармалеев. А где? Я одного помню. А, я и второго помню. Он в таверне, короче, точно. Что? 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 Так, да. Ты... Да, я понял. Ничего, с нами никто не хочет уже говорить. Безобразие. Да куда ты полез-то, придурок? Блин, надо же было нажать, а? Так, вот он. Бармалей этот? Меня послал Ольф. Вы должны пересечься в месте встречи. Замечательно. Так с ним все в порядке? Спасибо за сообщение. Увидимся. Так, и это значит, что этот придурок остался один. Ха-ха! Я добрался до сундука Джека. Вот видишь, я же тебе хорошую наводку дал, правда? Выпьешь? Конечно. Выпьешь? Заставляю мужика пить, блин, пипец. Так, ничего нас тут не интересует. Окей. Так, ты, я помнится, дело... А пусть ты и я. Давай сделаем это вместе. Извини, братан, но я уже подрос немножко. Так, какой-то сундук, кстати говоря. Выпендриваться тут, посмотрите, а? Хорошо. Хорошо, ты победил. Да. Так. А, вот этот, наверное, да? Простой сундук. Простой сундук, наверное, этот. А пусть ты посмел ударить меня?
Зараза-то какая? Давай, заходи. Неудобно уже, блин. Так, тут мы все обобрали. А чё за ключик, интересно? Интересно, что за ключик? Все, палка моя. Так, ладно, какой-то ключ взяли, непонятно. Видимо, откуда-то отсюда или черт его знает. Это нехорошо. Так, Джош, тоже. Лучше бы тебе тут ничего не трогать. Так, хочется нам не надо. Надо этого найти, третьего мужика. Он в этой в таверне сейчас это сгоняем туда. Если тут эти акульи и плавники можно покупать бесконечно, то есть получается в ты принципе... Ты собираешься торчать тут вечно? Здесь бесконечный опыт получается тогда. Так, Дитар, Ингвар. Твоя жена беспокоится о ваших сыновьях. Тильда? Да, она все время беспокоится. Ничего удивительного, что парни сбежали. Им нужен покой. Так, ну опыт получили, хорошо. Так, ты иди давай. Твой брат Ольф передал, чтобы ты приходил к месту встречи. Спасибо, уже иду. Так, страж с дубинкой? С дубинкой, хорошо. Фикус какой-то. Мне нужен отдых. А, это этот, понятно. Так, бабища убежала. И я не знаю, наверное, кто-то будет против. Потому что мы сейчас тут заберем у нее эту дубинку эту. Хотя никто вроде как не смотрит. Хорошо, как, а? Хорошо, хорошо. Так, ну тут мы давно уже все, да, собрали, это 100%. Так, плавники, наверное, пожарить можно, их сожрать, кстати. Давай, две штучки. Все, что дает опыт, нам очень пригодится. 30 опыта на ровном месте, обалдеть. Как будто пол охранника убили. Нормально, пол стражника. Неплохо пахнет. Сила плюс 5. Обалдеть, я-то пока пить не буду. Здесь никого не осталось. Потому что нам надо сначала у этих, короче, у учителей поучиться силе. Ненавижу этих карлов. Они крадут все, что плохо. Моряк, ты что это? А, нет, с дубиной. А хорошо, может, как приятно видеть всех с дубиной. Обалдеть. Так, что у нас осталось? Пакет для Дона, все это трава, да? Заберите деньги у Конрада. Так, а что у нас здесь? Так, услышала, Конрад ругал тебя. То есть, получается, коровы, да? Так, забери деньги у Конрада, все, что плохо лежит, это что такое? Я приятный минуту искал, у меня 15 таких. А, это понятно, это этому кузнецу. С комендантом города. Эй, ты, двигай живее к караулке, комендант хочет с тобой поговорить. Блин, вы, кстати, караулки до сих пор еще не знаю, где есть, блин. И там целый день уже тушляемся. Пойдем коров завалим и вернемся туда. И там, видимо, где-то еще караулка есть. Какая-то. Вот. Давайте сейчас тогда. Так, надо обязательно высматривать тех, кто не с дубинками. О, я знаю, с кем я сейчас буду разбираться. У меня старые счеты. С этим товарищем. Так, а ты с дубинкой? С дубинкой. Ты с дубинкой? О, он с мечом. Так, непорядок. Убери это оружие. Непорядок. Давай. Я сказал, убери это. Главное, чтобы тот не загрелся. Хочешь получить от меня урок? Туда, давай. О, я рад от тебя это слышать, братан. Что это хороший результат. Но ты следующий, так что не выпендривайся тут. Опусти оружие, немедленно. Вот если я нападу, он, наверное, надо ждать, пока он нападет, я так думаю, да? Что ты делаешь?
потому что все остальные прибегут. Ну давай. Никто не может меня ударить. Ударь его посильнее. Продолжай. Давай, покажи ему. Не уходи так быстро. Щищ сюда. Хорош, все, теперь вообще все с дубинками в этом городе теперь ходят. Подонок. Ты че ты? Покажу воровские приемы. Я хочу стать хорошим вором. Так, карманная кража нам не нужна, кстати говоря, вот не знаю даже, нужна или нет, наверное, не нужна все-таки. Жалко очков, более уж они трудно зарабатываются. Так, коровы у нас где-то вот здесь были. И здесь, кстати говоря, еще два стражника с щитами. Да-да-да. Так, вот. Значит, ты сторожишь коров? Да, еще кормлю и даю. Берта вот у нас лучшая. Правда, подруга? Больше всех на острове молока дает. Нет другой такой тёлки в округе. Естественно, Конрад хочет, чтобы ее сторожили. Я вижу, ты ей гордишься. Видимо... Видимо, недолго осталось гордиться ему. Так, давай хряпнем. Надеюсь, ты не собирался делать это? Конечно, нет. Вот обычно корову так можно завалить, да? А Берту нельзя. За ними! Тихо, тихо. А ты-то крыса. Блин, урод, почему он четвертый раз-то нажал? Блин, вот здесь задержка. Вот я нажмешь 4 раза и ждешь, пока он эти 4 раза ударит, зараза. Пипец. Ну, одну корову... Надеюсь, ты не собирался делать это? Да, видимо, на эту корову всем насрать. Прекрати лезть к скоту! Хорош. Всем навалял, блин. Так. Ты что вообще творишь? Голова. Да. Как можно так убивать скот? Так, а мне что там? Так. Так, я вижу, ты ей гордишься. Видимо, мы завалили, да, там всех? Убирайся! Блин, давай я просто сказал, заглянем. Я сказал, вон! И всем пофиг. Убирайся. Убирайся. Да убираюсь, убираюсь. Так, тут мы тоже вроде как везде все были. Вот ты думаешь, что я буду сидеть сложа руки, пока ты воруешь? Ну, честно сказать, да. Оп! Ты сам напросил.
честное слово. Давай, вставай, быстрее, только не берите мое оружие. Я там какую-то скрипку нашел. Вон! Я говорю, вон! Именно. О, да ты козел! Меня хватит. Да, притурка! Боже мой, отстаньте от меня, пожалуйста, мужики. Дайте мне вот оружие вон! Взять. Оружие взять, одеть его и... Чтобы... Я говорю, вон! Да иду, дебил. Господи, убирайся! Боже, какие идиоты. Пипец, поворовать даже не дают. Надо, короче, отвлечь их на шестерочку сейчас, да? Ой, блин, какие. Я могу забраться? Нет. Пипец какой-то. Ладно, давай, так, да, кстати, можно поговорить с ним теперь. Если ты не уважаешь животных, я не буду уважать тебя. Так, давай попробуем вот так. Что-то случилось. Опусти оружие. Ловкий ход. О, отличная шутка. Ах, так хорошо посмеяться для разнообразия. Слушай, ты убил Берту. Я да. бы на твоем месте вел себя потише. Мерзкий убийца коров! Чем мне теперь деньги зарабатывать? Это не мои проблемы. Убийца коров! Убийца коров. Ладно. Пойдем расскажем этому... кому там Ди было? Как он там? Как его там зовут-то? Хорек, во, Хорьку. Что мы, вернее, Конраду, что мы убили, и по идее сейчас он должен нам на защиту, видать, деньги этот самый, отдавать. Что-то типа такого. Эх, сколько стражников-то еще тут с этими, с посохами ходит, вы обалдеть. Так, как тут ближе интересно, пройти? Интересно, кто их построил? Ну, я знаю, что они... Сейчас, видимо, сейчас, наверное, вот эта корова единственная осталась, да? И сейчас вот эта деваха, так как это ее корова, она, наверное, сейчас будет диктовать свои условия. Вот, наверное, чего. Так, понятно. Где он? Дрыхнет, блин. Ничего не трогай! Показывай товар, окей. Что-то непонятно ничего. Может, этому сказать? Может, я зря корову-то убил. Я специально не сохраняюсь с этого момента. Конрад держит пару коров у задних городских ворот. Хорошо, и что дальше? У Конрада есть любимая корова. Чудесная корова по кличке Берта. Ты думаешь то же, что и я? Наверное, нет. Я уверен, ему будет не хватать Берты. К тому же мертвая Берта... Напомнит ему, что и он не бессмертен. Ну и нормально. Берта отправилась на небесные пастбища в раю. Мертвая корова? Прекрасно. Хватай ее череп и засунь его Конраду в кровать. Потом снова ко мне. Кстати, интересно, он у меня это есть вообще? Нормально, череп есть, отлично. Так, в кровать ему, да, говоришь? Эти карлы повсюду. Эти карлы повсюду. Держи свои руки так, чтобы их было видно. Да-да-да. Оставь животных в покое. Ух ты, крыса. Надо было, наверное, сразу так сделать. Так, на всякий случай, и погнали к этому. О, Пирас! Пирас помер, блин, вот когда не надо, начинается, блин. Когда надо быстренько спрыгнуть, да, начинается вот это вот. Ну, короче, баг этот, да. Когда надо вот этот баг вызвать, блин, нифига не вызывается. Так, чтобы сейчас точно не зафакапить, давай мы его сейчас вырубим. Вот, а и корову эту подкинем. Хватит! Вот так вот. Тогда точно он не увидит, что мы положили. Вот так. Да, давай уже выходи.
О, сейчас вот это вот, наверное, деваха со своей единственной коровой быстро на место теперь его поставит. Похоже, Конрад сегодня не выспится. Ха-ха. Бьюсь об заклад, это будет мучительно. Готов свою голову прозакладывать. Дадим ему время осмыслить ситуацию. Когда к нему идти? Не торопись. Расслабься. Сходи к Соне. Ты это заслужил. Потом иди к Конраду. Нам он намекает, видимо, этот, чтобы подождать один день, я так думаю, да? Так, поэтому давайте, наверное, подождем до утра. А вот, к Соне мы не пойдем, ну и нахрен. Так, у нас где-то вот здесь кровать была, по-моему. Черди, на втором этаже она была. Сейчас до утра подождем, может быть, и хватит. Кстати, можно здесь, наверное. А, здесь нету, да? Да-да-да. Так, у тебя палка. Ну-ка. Сюда. Фига тут в окно можно выйти. Блин, как здесь люди живут? Ни одного этого стекла нет, ни одного окна нет, вот есть. Но здесь уже пипец. Видать, здесь уж совсем пипец жарко, да? Так, ну-ка. Что тебе нужно? Понятно, Конраду найти. Пойдем поговорим с ним. Так, у нас вот это вот еще без посоха. Да давай быстрее иди. Это ты? Это привет, я. Привет, Конрад. Как делишки? Как ты смеешь тут показываться? Откуда ты знаешь, что я? Я знаю, это все ты. Ты и этот хорек. Что ты говоришь? Ты убил мою корову. Ну, ты свою Эльзу не очень хорошо защитил. Ах ты мерзавец! Да? Времена нынче опасные. Да, и везде ублюдки вроде тебя только и ищут, чем бы поживиться. А ты имеешь дело со мной. Вот, забирай свое золото. Даже не знаю, как ты вообще можешь спокойно спать. Просто уходи. Иди отсюда. Конечно, хреново, но... Показывай товар. Но мне охота все квесты выполнить и больше опыта заработать, поэтому... Пойдем, пойдет. Будем кровожадным типом. Мы разбойники за Дона играем. Конрад заплатил. Этот жлоб сделал правильный выбор. Теперь он наш. Мы знаем, где он, если нам понадобится подоить его. Но если мы криво, ему понадобимся, борода, то мы должны помочь. Вот это прикольно, честно. Да. Вот было бы здорово, да? Что? Так. Остались у нас только вот этот вот чувак. Вот этот и вот этот. Три дара в городе, да, у которых эти посохи. Остальные вроде как все. Ладно, ребяшки, давайте тогда оставим их на следующую серию. И в следующей серии у нас, в принципе, что там осталось? Только тройки этим. Сдать тройку, да? И потом пойдем уже тогда, получается... Че? Поговори с Даргелом, напомни ему. Даргел какой-то, ладно. Остальные квесты поделаем и попремся уже к самому Дону. Вот, и там дальше уже посмотрим, что будет. А на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребятушки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем самого хорошего и всем пока.